Спортивно-прогулочный Bowrider 2001 года Regal Fast Track 2100 LSR. Длина 20 футов 10 инчей, ширина 8 футов 5 инчей. Инжекторный мотор Volvo Penta GXI 4,3 литра, 210 лошадиных сил. Вот. Regal переводится как королевский, и этот катер действительно королевский. Он похож на Rolls-Royce прогулочных катеров, благодаря великолепной и мало с чем сравнимой отделке. Уникальная система корпуса Fast Track позволяет катеру выходить на глиссирование почти мгновенно и очень хорошо поворачивать. То есть ходовые качества великолепные. Система Fast Track работает следующим образом. Ступенька в середине корпуса создает давление воздуха, и это быстрее выталкивает катер на глиссирование. Благодаря острым ребрам в нижней части корпуса он поворачивает как поезд на рельсах. То есть, возможно, крутые повороты на скорости. Катер оборудован зеркалами заднего вида, так как часто используется как буксировщик. Обычных ходовых огней катер оборудован фарами на носу, которые помогают при швартовке, и также катер лучше виден. Два удобных сиденья на носу позволяют пассажирам наслаждаться скоростью и ветром. Компоновка и отделка действительно великолепные. Сиденья регулируются, болстеры поднимаются, так можно сидеть и выше ветрового стекла, и за ветровым стеклом. Просторный лежак для загара на корме. Левая секция поднимается, чтобы сформировать полный лежак или пускается под сиденье. Ковровое покрытие, ковролин, можно ходить босиком, и оно остается прохладным, также влагоустойчивым. Кокпит просторный, очень удобный и великолепная высококачественная отделка. Это сиденье также фиксируется в верхнем положении, чтобы сформировать полный лежак как борта до борта. Хранение также и под сиденьями, и под спинками сидений. Вот здесь, например, живет якорь. Компас. Пробег 91 час всего. Двигатель в идеальном техническом состоянии. Поменяли топливную помпу, сделали техобслуживание. 4,3 литра инжекторные Volvo Penta.